Пойдем. Пошли. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас вторник, 27 августа 2024 года. Решили Семочкой показать вам цветы. Туда пойдем дальше. Здесь эти еще портулак. Портулак спит. Время где-то без 20:12. Вот эти цветочки, посмотрите. Ой, Семик. Ай, Семик, да, он пошел по своим делам. Вот эти, лаватера, посмотрите, вот в окошко смотрю. Хотел вчера, ну уже под вечер, так солнышко светило с той стороны. А сейчас вот видите как? Вот оно. О, какая красотуля. Вот сейчас с самого начала вам покажу. Вот тут уже столько цветов. О, я помните, когда я начинал вам показывать? А столько завязи, посмотрите, сколько еще бутончиков. Ой, комары уже начинают. Ой-ой-ой. Ну ничего. Сделаем такое небольшое вам видео. Посмотрите, какая красота. Во. Лаватера как цветет. Ну, беленький тоже есть, беленький тоже. Наташа говорит, не, будем. Я говорю, давай одни вот эти вот розовые. В следующем году. Не, говорит, давай будем перемешку. Говорю, ну, давай. Но все равно побольше розовых. Видите, какая красотуля. И в следующем году вот это тоже здесь продлим. Тоже посеем. Таша говорила, давай еще туда, там прям до входа. А потом не. Сильно тень. Видите, какая тень? Вот такая вот тень создается. Но здесь у нас будут огурцы. А возможно, мы посадим чесночок вот на этом месте. Огурцы вон там. Посмотрим. И вот здесь тоже огурчики. Вот, все-таки, смотрите, друзья. Я не зря вышел. Помните, я говорил вам, что у нас... Здесь стояла, ну тогда я когда снимал вам видео, здесь у нас смородина. Она стала такая густая, мы хотели обрезать. Обрезали мы, обрезали, пару лет бросили, не стали обрезать. Ну, раз уж мы уполовинили огород, видите, сколько от огорода осталось? Половина. Да, половина. И решили мы ее ликвидировать. А почему мы решили? Вообще полностью. Когда мы ее? Дня три назад, наверное, да? Два-три дня, да? Вообще ликвидировали полностью. Черная смородина, черная. А почему? А потому что вот Наташа взяла в прошлом году. Ой, нет, в этом году. Да, в этом году. Отрезала веточки, четыре веточки. Ну, их там больше было. И вот тех, на тех веточках, которых больше корни дали, эти веточки, просто воду поставила, ведро воды. Поставила она их. Именно поставила, не утопила, поставила. И они дали корни. Пожалуйста, смотрите. Вот с весны. Вот за лето. Вот как уже укоренились и какие уже стали большие. Сёма, ты что там? Что такое? Пойду посмотрю, что он. Жулик, ты что там? На что ты там наступил? Ну, бывает. Он, наверное, укололся там где-то. В этом... В крыжовнике лазил. Ну, проказник. Уже убежал куда-то. Куда-то убежал. Ну, бывает. И не только из-за этого. Бывает у него, да, бывает. Так вот, смотрите. Вот, пожалуйста. Вот этих четыре куста. Вот раз, два, три, четыре смородины. Там красная. Хватит. Больше нам не надо. Не надо. Не уговаривайте. О, тоже ветром как, смотрите. Зонтик надо поправить. Интересно, поправлю я его. С этой стороны. О, поправил. Что там такое? Да, друзья, чуть не забыл. Сегодня Семка меня будил. Ну, наверное, раза два-три точно будил меня ночью и под утро.
Ну вот тут, ну что, ну тоже ему вот 30 августа, вот, кстати, через 3 дня, ему 10 лет. О, пчелки как работают. Вот эти пчелки. Будил. И я так раз прохожу мимо градусника этого, где показывают там сколько градусов. Вы знаете, один период было 6 градусов там с копейками, ну ночью. А один раз я посмотрел 7 градусов тепла. Ну тоже с какими-то копеечками там. Вот, уже начинает похолодание такое. По ночам. Сейчас-то хорошо. А кстати, а сколько сейчас градусов? Пойду гляну, друзья. Да, здесь портулак сейчас спит, я вам показал. Здесь яблоки уже, конфетки упали. Там тоже уже много яблок уже падали, груши. Груши тоже падают потихонечку. Ну, Наташа то-то, компотики делает. Пойду посмотрю, сколько градусов, друзья, точно. А градусов у нас, посмотрите, сколько. На улице 27,2. Видно вам, не видно? 27,2. А дома 25. Так, Наташа звонит мне. Ну вот, пока ездил за Наташей, приехали. Посмотрите, уже и портулак расцвел. Вот он красавец какой, да. Думал, сейчас выйду, да снимаю. Сейчас покажу вам горочку альпийскую. Но в первую очередь портулак, друзья. Портулак, конечно же. Смотрите, какой красавец. Ой, он долго, да, долго-долго будет. До самых морозов. О, какой красавец. Портулак. Вон, Лаватеру я вам показывал. Съемку вам показывал. Потом пошел градус показывать вам, и Наташа мне позвонила. И жулик, вот он здесь, ему тенечек такой. Видите, как ему хорошо от этого, от навеса. Вчера с Наташей повесили. Ой, вчера, позавчера. Ну, вчера, наверное, да. Да, да, вчера. Вот эти огонечки. Вот еще вот так повесили. А это у него обезьянка. Видите, какая обезьяночка у него, смотрите. О! Глаза все уже у него повырывал. Вон уже эти лапки, вон уже все уже. Ручки одну уже отгрыз чуть-чуть. Ну ничего, еще держится пока. Тёп-тёп. Так, иду я показывать вам альпийскую горочку, что там цветет у нас. Здесь все цветет, здесь вот так вот, пожалуйста. Здесь все вот так. Но портулак начал цвести все больше и больше. А потому что, когда я вам начинал там Лаватеру показывать, еще не было такого солнышка. Но сейчас теплее стало. Теплее. Вот какая. И здесь тоже портулак. И такой вот мох, смотрите, видите какой. Даже вот маленькие анютины глазки здесь цветут. И вон они везде кругом самосеянцы. Самолет где-то над нами. Да, их тут постоянно летают, самолеты. Ну, тут гортензия тоже дает жару у нас. Всяких здесь цветов хватает. Смотрите, какая красота. Всяких разных. Это сегодня во вторник, 27 августа. Ну вот эти вот ромашки еще больше зацвели.
Так, пойду покажу вам малину. Ну, по пути вот эту, вот эти гортензии. Как вот это себя чувствует. Кстати, вот весной посадили. Ну, если бы вот эти вот не обломались. Ну, мне кажется, кто-то их подгрыз. Ветром, может быть, и ветром сломались они. Такие, не знаю, возможные ветром. Этим ураганным. Это будет цвести. Кстати, вот весной посадили. Ну ничего, вон они, отростки, видите? Молоденькие отросточки идут уже. Боковые. Вот отросточек боковой, вот где сломаны. А вот новый отросточек идет. Так что все тут, слава богу, будет разрастаться. Вот это какая. Я там с Наташей подвязывали. А то она прям лежала, лежала. И это лежала, та лежала. Сейчас все нормально будет. Вон гортензии. И это тоже оживает, посмотрите. Оживает, оживает. Ну, дай бог. Может быть, и дальше будет разрастаться. Малину ходим с Наташей. Ой, кушаем. Но мы вечер, по вечерам, через день. Вот день идем, ну, вечер какой-то идем. Один день пропускаем, а на следующий вечер опять идем. Потому что не успевает созревать, не успевает. О, какая малина, видите? Здоровенная. Так, кто у нас там? Ракушка? Ага, о, ракушка. Тоже хочет малинки. Тоже хочет малинки. Нам хватает, Наташи. Ой, вполне хватает. Вон сколько малины. Вот как раз она до вечера сейчас на солнышке нальется сахарком. Сладости больше станет в ней. Вон она там. Нам хватает, я говорю, друзья. Ну, были года у нас еще, мама была живая. Наташина мама, моя теща. Ой, сколько здесь ее было. Мы даже варенье варили с нее. И так, как-то быстро она у нас ушла. Малина, малиновое варенье. Я вообще любитель был, особенно зимой, чай с малиной, с малиновым вареньем. Много, много тут, друзья, завязи еще тут. Ой, можно сказать, только началась, он пчелы вовсю еще. Ой, это обломалась, да, обломалась веточка. О, да, это от ветра. Это... оторвать. Пускай вот так. Ладно, потом уберу. Ягоды же засохли. Видите, сколько завязей. Она будет до самых-самых морозов. До самых морозов. Еще цветет вовсю. Еще и будет цвести. Вот придем по стаканчику с ней шуранем. Ну, мы просто без всяких кружечек, стаканчиков. Придем, просто свеженькую поедим. Я здесь такую полосу ходил очень часто, несколько дней подряд ходил, солью посыпал, и все. У них как граница, и все слизни, вот эти слизни, вы понимаете, о каких слизнях, больших, крупных, все остались на этой тропинке солью вокруг. Ничего малине не станет абсолютно. И Наташа тоже рвет вот эти вот черную рябину, воронью. Компоты делает, компотики. Ну, так, попить. Ну, это гортензия, друзья. Поменяла цвет, как ни странно. Была всегда зеленая, такая салатная. Вот такого цвета, как-то я говорил вам. А с этой стороны начала краснеть. Начал краснеть. Наташа мне говорит, как-то сидим там с ней за столом. Говорит, а мне все-таки нравились лучше, когда она чисто зеленая была. Ну, бутоны такие, салатного такого цвета. Я говорю, а мне наоборот нравятся вот такие, смотрите. А вот несколько, особенно три, видите, уже догоняет. Уже под крышу он уже, видите, как тянутся. Разрастется. Разрастется. Так она и так разрослась, друзья, сколько лет ей уже, ой,
Не знаю. Ой, давно уже. Уже со счета сбились. Да, вот такая вот у нас альпийская горка. Гортензии. Ну, не знаю, мы вот эту добавили. Потом там добавили еще гортензию. Думали с ней... Я, Наташа, против. Категорически против. Я говорю, может, давай еще гортензии куда-нибудь шуранем. Она говорит, она тебе надо? Не надо, хватит тебе цветов уже сколько можно. Ну, типа, хватает цветов. Ну, я бы добавил бы, может быть, еще вот здесь вот гортензию. Вот здесь бы добавил. Здесь нет, вот это потому что разрастется. Здесь три, как раз напротив окна, там. А может быть и нет, зато удобнее косить будет. Скорее всего, наверное, не будем. Там посадили две. Тут у нас их четыре гортензии. Здесь одна гортензия. Вот гортензия. Давайте еще раз посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ой, сбился уже. 14, что ли. И еще пойду там. Ладно. Это мы уже мусорник приготовили, потому что в субботу вывозить это с отходами продуктов зеленый. Вот еще три гортензии. По-моему, 16, не то 17 гортензий, друзья. Ну, как минимум 16 гортензий. Вот здесь еще три. Тоже, видите, какие красавицы. Вот на этом острове, где мельница у нас. На винограде тоже начинает уже листва как-то вянет, вянет. И виноград тоже что-то как-то... Ну так, в принципе, ничего, уже пробовали. Ну, кисловат еще, кисловат. Что-то какой-то этот год непонятный насчет вот этого винограда. Ну, эти ловушки работают. Вон сколько, посмотрите, сколько много. Ну, не слышу, что осы гудели. Раньше всегда слышно было гул. Вот здесь. Сейчас не слышно. Вон там их сколько, смотрите. Битком набито, прям битком. Я как особенно как подновил компотиком перекисшим. Так, а где? Да, тоже полная она там. Ну, не полная, а вон они на дне тоже валяются. Вот так вот видно. Вот напротив солнышка, вон их сколько там. Осы, осы. Вон даже свежачок еще, видите, он дергается. И мухи, и осы, ну, напополам. Ну, это битком набито. Ну, вот как-то так, друзья. Но мельница у нас тоже красавица. Вот по мельнице мы всегда определяем. Если сильно крутится, значит сильный ветер. Если не крутится вообще, значит это не ветер. А просто так. О, как же не показать вам эту крапивку. Посмотрите, какая красавица тоже. Вот она какая. Это яблочки собираем здесь. Ну, которые гниют, которые на пирог. Потом выкидываем. Ну, столько много на пирог нам не надо. Вот, вот эти гортензии так вообще. О-о-о. Вот разрослись. Тоже разрастается. Наташа тут почикала их как-то в начале лета. Ну, они вон еще выше стали. Ой, тоже в следующем году будут цвести. О-о-о. Вот такая красота. А, да, покажу вам такие огонечки. Сейчас я включу. Не знаю, будет вам видно. Надо будет вечером снять. Вот такие вот купили. А сейчас, знаете, друзья, идут очень большущие акции. Просто огромедные. Вот когда перед Рождеством, перед Новым годом они, к примеру, 40 евро стоили. Сейчас мы купили за 15 евро, друзья. Вот за 15. 20 лампочек. Но это большие лампочки. Все цветные. Все разноцветные.
вот такие похожие, но только эти мощнее, побольше они, крупнее, в 3 раза крупнее. А вот эти поменьше. Те вон такие, у нас 3 вида здесь лампочек. Вот такие вот мы с ней повесили. Решили вот так вот. Как-то вечером сниму вам обязательно. И так красиво смотрится вот в окошко. Наташе как раз видно. Мне видно. Вот здесь в окно видно. Там в окно видно. Вот с 4. Это я считаю как окно. Дверь стеклянная. 1, 2, 3. С 4 сторон видно. Вечером как-нибудь, в какой-нибудь вечерок я выберу вам специально. Включим свет и походим с Семочкой. Может, Наташа, если захочет. Ну, вот так. Пока буду заканчивать, друзья. А, только не забыл, выключу. Эти лампочки пока отключаю. Но мы специально решили сюда, чтобы вот эта вертушечка тоже, видите, с подсветочкой. Вот ей 3 лампочки. Вот такая, вот так, фиолетовая, зеленая и желтенькая. Но они в темноте будут намного красивее. Чтобы подсвечивали они вот эту вот ветровую вот эту вертушечку. Ну и там также примерно. Ну там у нас вертушки нет. Ну и как увидим где-нибудь, купим, тоже повесим здесь вертушечку. Как-то вот так, друзья. Сейчас отключаю и буду заканчивать. Кто не подписан, большая просьба, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, поделитесь в социальных сетях, просто так поделитесь с друзьями. Напишите комментарий. Ой, какие красивые цветочки вот эти, которые Наташа так привязала. Говорит, я, говорит, не буду их распускать, а так они все развалятся, рассыпятся. Ну так вот, видите, как красиво. Ну, всякие разные, ну, всякие разные. Вот эти ромашки, вот вторая жизнь у них. Таша тоже подрезала. И они как будто вот весна, посмотрите, как будто весна. И как будто только недавно посадили их. Такие красавицы. Ой. Всякие разные, вот такие есть. А вот смотрите, как гвоздички вот такие вот, видите? Всякие, всякие. Вот эти тоже цветут по-своему, но они в свое время цветут. Типа раньше, эти попозже. Вот эти скоро зацветут. Ой, зацветут вот эти. Да, подпишитесь, поставьте на колокольчик, и будет вам приходить сообщение, что новенькое видео вышло. Ой, портулак, смотрите, как начинает еще больше распускаться. Тут и травка. Но еще косить рановато. Недавно косили. Пока не будем косить. Пускай будет. И маргаритки тут тоже есть. Ну, маргариток тут в начале лета у нас просто. Вот, пожалуйста, видите, все в маргаритах. Все, они сами по себе. Вон, сами по себе. Это все в маргаритках. Во. До свидания, до следующих видео. Спасибо, друзья.